В Твери вековой юбилей 24 августа отметила участница Великой Отечественной войны Раиса Мурина. Именинница принимала поздравления от главы региона Игоря Рудени, представителей районной администрации и депутата Тверской городской думы Дмитрия Нечаева. В гостях у юбиляра побывала и наша съемочная группа. Сотый день рождения Раиса Викторовна Мурина отмечает в кругу семьи. С юбилеем участницу войны поздравил губернатор Игорь Руденя. Он отметил подвиги этого поколения, совершенные на фронте и в тылу ради мира и благополучия Отечества. Теплые слова прозвучали от представителей администрации Заволжского района. Лично поздравил именинницу депутат Дмитрий Нечаев. Большая честь поздравить вас с вековым юбилеем. Вы прожили замечательную, славную жизнь. Вы сделали очень много добрых дел, вы очень много трудились для нашего города, для нашей страны. Раиса Мурина родилась в Твери. Юность пришлась на военные годы. Служила на Втором Украинском фронте. Награждена орденом Отечественной войны второй степени и различными медалями. После войны осталась в армии, а затем работала в НИИ. Сын Владимир вспоминает, что мама много трудилась, но при этом немало внимания уделяла и воспитанию детей. Мама работала и машинисткой. В воинских частях. Все время с утра на машинке. Раиса Мурина – представительница поколения победителей, считает Дмитрий Нечаев, и является примером мужества и трудолюбия для подрастающего поколения. Они, конечно, заслуживают самого большого внимания, самой большой заботы. Я, знаете, когда встречаюсь с такими жителями, которые перешагнули столетний юбилей, я часто их спрашиваю, как вы сами считаете, что стало основой вот для вашего такого долголетия замечательного? И почти все они отвечают, в общем-то, примерно одно и то же. Они говорят, мы очень много трудились, мы были незлобливыми, мы были независтливыми, мы жили честно. Отрадно, что в Тверской области столько долгожителей, которые перешагнули столетний возрастной рубеж, отмечает Дмитрий Нечаев. И это большая честь поздравить их с такой датой.